Так, здравствуйте, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «Голос истины». С большим уважением к вам, родные люди. Итак, дорогие друзья, я сегодня расскажу вам об одной очень интересной истории, которая произошла в Армении, в центре Еревана, столице нынешней Армении. История действительно очень интересно. Я сам об этом недавно узнал, к удивлению, хотя я должен был об этом знать. А узнал я об этом от одного российского блогера, русского парня, где он в одном из своих роликов рассказывает об этом коротко. Но я поискал немного, нашел информацию об этом и хочу поделиться с вами. История о том, как убили... расстреливали 5 российских десантников прямо в центре столицы нынешней Армении. Сейчас. А это дело называют казнили. Не убили, не стреляли, не застрелили, а в буквальном смысле этого слова казнили 5 российских десантников в Армении. А почему именно так называют это вообще-то правильное определение, потому что в ходе этого ролика вы сами поймете, почему именно так определяет вот это происшествие, историю преступления. Итак, дорогие друзья, поехали. Вот давайте вот так я вам покажу. Вот отсюда я буду немного. Я тоже коротко об этом постараюсь. Ссылки на информацию об этой истории я оставлю в описании под этим роликом. Начну читать где-то вот отсюда. 10 июля 1992 года колонна из 8 автомашин с аппаратурой спутниковой связи под охраной 2 расчетов зенитных установок, возглавляемая лейтенантом Александром Шаповаловым, вышла из расположения 127-й мотострелковой дивизии на выезд из Линнакана. Итак, вы примерно поняли, да, о чем? Давайте вот отсюда. Итак, дорогие друзья, началась проверка документов. Да такая, какая там проверка? Армянская сторона просто-напросто потребовала сдать зенитные установки представителям Минобороны Армении. Старший по званию полковник Бабкин, как свидетельствуют очевидцы, относится к этому требованию равнодушно. Запомните этот момент. Как старший Бабкин, полковник, относится к этому равнодушно, всем своим видом давая понять, что в этом вопросе его хата с краю, что решение должен принять командированный за техникой лейтенант Шаповалов. И лейтенант Шаповалов решение принял. Шаповалов твердо заявил, что оружие не отдаст, что вместе со своими десантниками будет защищать его даже ценой жизни. Его уговаривали, ему грозили, ссылались на какие-то договоренности о передаче оружия и техники. Лейтенант был тверд и непоколебим, не отдам. Тогда армянская страна предложила во избежание кровопролития всем вместе отправиться в Ереван. И там до конца прояснит законность и подлинность документов на вывоз техники. Автомашина Шаповалова, как и положено по уставу, шла в колонне замыкающей. Но вот заминка, поломка одной из автомашин. Очевидцы предполагают, что поломка была искусственного происхождения. Она была подстроена. Но пока это выяснялось, пока Шаповалов безрезультатно пытался завести машину с буксира, колонна вышла за город. Лейтенант принял решение бросить сломавшееся авто и немедленно догнать колонну. И вот в самом центре Линнакана, на центральной площади города, где русские парни тогда еще продолжали делиться хлебом и последней рубахой с пострадавшими от землетрясения армянами,
лейтенанта Александра Шаповалова, сержанта Евгения Подбудника и Олега Юденцева, рядовых Михаила Карпова и Николая Масленникова встретили шквальным огнем из автоматического оружия и гранатомета. Как посчитали потом эксперты, в корпусе автомашины Шаповалов оказалось 216 пробоин. Пули и осколки буквально разорвали молодые тела и чистые смелые сердца ребят. Так, дорогие друзья, в конце интересное будет. И вот в центре... Минуточку, где я остановился? Да. Оставшаяся без командира и без охраны колонна была легко обезоружена и возвращена в штаб Шракского отряда. Есть свидетели, которые показывают, что слышали короткую и жуткую фразу, брошенную Абрамяном, на то время заместителем Министерства обороны Армении, и ответ на доклад одного из своих подчиненных – «Добит». То есть кто-то из этих пятерых, потом предполагают, что это был Шаповалов, еще был живой, но приказали «добить». Добит, свидетели высказывают предположение, вот пишется об этом, свидетели высказывают предположение, что один из пятерых десантников был к тому моменту еще жив. Может быть, это был лейтенант Шаповалов. По поводу случившейся с армянской стороны была тут же выдвинута официальная версия, которая тиражировалась в армянской СМИ. Вот это на них похоже, ребята. Я вот недавно в предыдущем ролике рассказывал о том, как в Лос-Анджелесе, да, 6 тысяч армян напали на 50 азербайджанцев, а потом вдруг они начали рассказывать о том, что они сделали это, потому что азербайджанцы что-то сделали с армянскими девушками. Представляете, на митинге в Лос-Анджелесе. И смотрите, армянская версия. Согласно этой версии, говорил мне член следственной группы майор юстиции Олег Бедрик, Шаповалов и его люди раздавили машиной ребенка. Ребенка раздавили. Видите, на жалость сразу, вот многострадальные, вот жертвы. На их ребенка раздавили машиной. Затем открыли стрельбу. Убили и ранили несколько человек, среди которых были и случайные прохожие. Но мы допрашивали начальника ОВД Ленина Кана, приобщили к делу сводку происшествий за этот день, ни одного убитого или раненого с армянской стороны. Следствие восстановило достаточно полную картину, случившейся на ребят напали из заранее подготовленной засады, совершенно неожиданно для них. Короче, тут, если коротко, речь о том, что армяне захватывали, кроме того, что сколько им передавали вооружение для войны с Азербайджаном, для оккупации Нагорного Карабаха, они еще и сами самостоятельно, как говорится, захватывали оружие, вооружение советских войск. И в этой случае, вот видите, я просил бы, чтобы вы запомнили этот момент, когда Бабкин, командир, относится к этому равнодушно. То есть армяне захватывают оружие, а он спокойно к этому относится. Потому что сверху было указание не препятствовать. А вот такие, как лейтенанты Шаповаловы, пониже, да, мы же все в свое время служили советской армии, мы знаем, да, действительно, солдаты есть солдаты, они-то не знали, вот, что происходит, что за игры, они действительно служили, вот служили своей родине. Им доверили вооружение, и вдруг у них это хотят отобрать. Они не отдают. Их казнили демонстративно в центре города. Я тут, по-моему, перепутал. Не в центре Еревана, а Линнакане, в Гюмри. Их убивают,
забирают вот эту зенитную установку, ЗУ и так далее, вооружение, военную технику. Отбирают. Потом, вы видели, да, придумывают историю о том, что они убили армянского ребенка, еще и расстреливали мирных жителей Армении. Вот почему их казнили. В связи с этим отец Шаповалова написал письмо, открытое письмо а потом еще одно письмо Борису Ельцину, Борису Николаевичу Ельцину о том, что как зверски убили его сына в Армении, и никто не арестован, никто не несет никакой ответственности и так далее и тому подобное. Первое письмо он писал министру обороны Армении и оскорблял, скажем так, и заставлял, принижал и так далее и тому подобное, что убили его сына, и никто не арестован, никто не наказан. Второе письмо он, как я уже отметил, написал Борису Николаевичу Ельцину. Отец лейтенанта Александра Шаповалова, Иван Шаповалов. Отчество, по-моему, у него Борисович тоже. Ладно, буду обращаться к вам как дядя Ваня. Дядя Ваня, вы написали письмо президенту России Борису Ельцину о своем сыне, о том, что его убили зверски, казнили и так далее и тому подобное. Да? Я от себя добавлю кое-что и вам покажу. Дядя Ваня, кое-что. По поводу оружия, которое они захватывали, это все было показухой, это была все игра. Оружие на самом деле спокойно передавалось армянам, армянской стране, для того, чтобы армяне оккупировали территорию Азербайджана, в данном случае Нагорный Карабах, проводили там этническую чистку. Мало того, российская армия, вот ваши такие сыновья, как вы, они потом получили еще приказ, чтобы они воевали еще на стороне армян. Например, 366-й полк российский участвовал в самых важных и кровавых операциях против Азербайджана со стороны армян. Об этом многие знают, это факт. Но дело не в этом. Дело о вашем письме, которое вы написали Борису Николаевичу Ельцину, о том, что вашего сына убили за то, что он охранял российское имущество, в данном случае вооружение, и ценой своей жизни охранял. Потом его убили, казнили армяне, а никого не наказывали за это, хотя все об этом все знали, как все это произошло. И вы жалуетесь Борису Николаевичу. Дядя Ваня, на самом деле Борис Николаевич вам ответил. Вы просто упустили этот момент. Он вам ответил. Сейчас я вам показываю ответ Бориса Николаевича на ваше письмо. Помните, да, Рохлина, генерала? А вы знаете, за что его убили? Сейчас узнаете. Российская газета «Известия» опубликовала аналитический материал о том, какое оружие получили из России, Армении и Азербайджан с самого начала Карабахского конфликта по наши дни. После раздела в 1992 году имущество советской армии, оставленного в Закавказье, Армения как минимум до середины 1996 года получала дополнительные вооружения и боеприпасы. По одним сведениям, это было отложенная
реализация соглашения о разделе имущества. По другим – новые поставки, причем в обход действовавших запретов. По данным главы Комитета обороны Госдумы Льва Рохлина, которого грохнули, убили за то, что он вышел и открыто сказал, что Россия передала вооружение Армении на $1 миллиард на те годы. Те годы на $1 миллиард вооружения. Для чего, дядя Ваня? Для чего? Для того, чтобы оккупировать территорию Азербайджана. Вот и все. Чтобы был этот конфликт, чтобы потом Кремль имел рычаг давления и на Армению, и на Азербайджан, что мы и сегодня видим в наши дни. Рохлин об этом сказал. Давайте почитаю еще. Оглашенным им в апреле 1997 года на заседании парламента стоимость переданного имущества могла достигнуть $1 миллиарда. Это кроме того, как российская армия после развала Советского Союза оставила какие-то военные имущества, вооружения и Армении, и Азербайджану, чтобы они друг друга джага-джага. И после этого просто безвозмездно Армении еще дополнительно на $1 миллиард дает оружие. Рохлин об этом говорит, поднимает шум и его убивают. Отмечается, что в частности Армении было передано 80 танков Т-72, некоторое количество БМП-2, до 120 единиц реактивной и ствольной артиллерии, а также около 10 тысяч единиц стрелкового оружия. Армения сегодня говорит, мы на Горном Карабахе воевали лопатками, вилами против этих азербайджанцев, которые были вооружены до зубов. Они сегодня вот такие вот герои. И так далее, и тому подобное. Что я этим хочу сказать, дядя Ваня? Там, где сидели и сейчас сидят, управляют страной, им наплевать было. Плевать было на вашего сына Шаповалова и так далее, и тому подобное. Вы пишите хоть 100 писем. Они ответят вам таким образом. Ваш сын охранял типа российское оружие, чтобы они не перешли другие руки. А ваши закрывали на это глаза и давали добро. Добро на это дело. Вот почему до сих пор не раскрыто это дело. Вот почему до сих пор ни один человек за это не наказан. И не будет наказан. Не будут. Вот и все. Вот и вся история. А самое-то главное, Ара, знаете, я вам один тут очень интересный момент покажу. Очень интересный. Давайте вот эта часть. В колонне. Там на самом деле много чего было. Вы почитайте статьи и получите полную информацию. Я коротко, да? В колонне вторым шел Урал с зенитной установкой. Замыкал колонну такой же Урал со старшим лейтенантом боевого охранения Шаповалова. За Ленинаканом взяли путь на Грузию. Шел дождь. На 20-м километре, дядя Ваня, шоссе, дорогу колонне преградили армянские боевики. С криками, руганью, стрельбой из автоматов они бросились к машинам. В ответ поверх их голов ответила зенитная установка. Нападавшие струхнули и тут же сменили гнев и милость на милость. Закричали: «Ара, не стреляйте! Не стреляйте! Мы же ваши братья, Ара!» Братья.
братья-христиане, как они любят это говорить. Вдруг они начали кричать: «Ара мы братья! Ара мы братья!» Да, дядя Ваня, у нас вот такие соседи, мы с ними вот приходится жить. Приходится, хоть и ненадолго. Такие соседи нам не нужны, дядя Ваня. Нам вот таких соседей навязали, а для себя таких братьев, дядя Ваня. Минуточку. Таких подлых соседей нам привезли откуда-то, заселили наши территории, наши земли. А себя вот таких братьев, арму братья. Вот и происходят такие дела, да, дядя Ваня. Убивает ваших сыновей, убивает наших детей, женщин, сыновей тоже. А их охраняет, а их защищает прямо в центре России, в Кремле. Знаете, сколько у них там покровителей? И плевать им на вашего сына. Убили там какие-то армяне вашего сына. Ну и черт с ним. Таких шаповалов очень много в России. Вот у нас такие соседы, а у вас такие братья. Всем пока, счастья, здоровья и мирного неба над головой.